Якутский цемент улучшает показатели. Об этом заявляет руководство производственного объединения «Якутцемент». Качество продукции повысится за счет нового объекта – шламового бассейна. Рассказывает Виолетта Засимова. Последние годы Якутцемент вступил на новый виток развития. Происходит обновление предприятия, модернизация производства, ведется масштабное строительство третьей технологической линии. За нынешний строительный сезон завод установил фундаменты под печное отделение и мельницу новой линии. Важной вехой стала приемка шламового бассейна. Здесь все делается, химсоставы, какой цемент будем делать, дорожный, суфтостойкий или будем говорить марка 500, марка 400, все решается в этом бассейне. Качество контролируется здесь. Шламовые бассейны или шламбассейны бывают вертикального и горизонтального типов. Новый бассейн горизонтальный, может вмещать в себя до 2500 кубометров шлама. Ну, мы работаем в вертикальных бассейнах, перемешивание идет, но там такого вот усреднения невозможно достичь, потому что вот вертикальный бассейн или горизонтальный бассейн, ну, как-то так работали. Сейчас уже мало, так в принципе не работает. А вот горизонтальный бассейн – это да. Смешивание шлама в новом бассейне производится двумя способами. При помощи лопастей и сжатого воздуха, подающегося по специальным трубам. Но что же все-таки такое шлам? Шлам – это полуфабрикат, который, поступая в печь, обжигается при температуре там более 1000 градусов Цельсия до 1200. Из него образуется, получается клинкер. Печи выдают продукцию клинкер. После этого клинкер подается в мельнице и после перемалывания клинкера уже получается окончательный наш продукт – цемент. В полную силу новый шламбассейн заработает с апреля следующего года и будет обслуживать поначалу две действующие печи. А в 2018 году с вводом третьей печи одновременно все три. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК «Саха», Хангаласский Улус.